Здравствуйте! Это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий, Андрей Григорьев. Мы находимся в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ. И в сегодняшнем выпуске я предлагаю вам отправиться в галантный XVIII век, эпоху вечной молодости, когда мужчины с легкостью исполняли все желания и капризы своих прекрасных дам, а русская культура и русский язык находились под сильным влиянием просвещенной Европы. Однако именно в этот период были созданы первая русская грамматика и первый толковый словарь, собственно, русского языка, содержащий более 43 тысяч слов. Принято считать, даже можно говорить об укоренившемся мифе, что приобщение русских людей к западноевропейской культуре и образованию началось только при Петре I. Однако, как мы говорили в прошлом выпуске, уже в XVII веке возрастают политические, культурные, экономические контакты между Россией и Европой, в искусстве формируются новые нецерковные жанры и направления, возникает интерес к светскому образованию. В 80-е годы XVII века открывается первое высшее учебное заведение европейского типа в России – Славяно-греко-латинская академия, которую закончили русский Леонардо да Винчи Михаил Васильевич Ломоносов, дипломат и поэт Антиох Кантемир, автор первого русского учебника математики Леонтий Магницкий, архитектор Василий Баженов, путешественник Степан Крашенинников. Формируется новая культурная элита, постепенно складывается тип русского европейца, верящего в разум, прогресс и цивилизацию. Как считается, первым русским европейцем был вовсе не Петр I, а царь Алексей Михайлович. Однако с XVIII века процесс европеизации максимально ускоряется. Меняется одежда дворян и жителей городов, бреются бороды, усадьбы, парки, дворцы строятся на западноевропейский манер. Вводятся такие новые формы развлечения, как балы и фейерверки. Новые смыслы, значения, символы преимущественно усваивались через язык. Отсюда активный интерес жителей России к языкам народов Европы, нередко в ущерб своему родному русскому. В первую очередь языком-образцом был признан французский, с богатым лексиконом, стройными стилистическими формами. Еще в 1635 году знаменитым кардиналом Ришелье была основана Французская академия, основной задачей которой было совершенствование французского языка и подготовка академического словаря. С конца XVII до середины XVIII века вышло 3 его издания. Французский язык оказывает большое влияние на русский. Из французского языка калькируются, то есть переводятся по частям слова, такие слова, как впечатление, равновесие, наклонность и даже целые фразеологические обороты. Принять решение, черт побери, проглотить пилюлю, иметь против кого-нибудь зуб, работать как вол, водить кого-нибудь за нос. Под влиянием французского у русских слов возникают новые переносные значения. Тонкий начинает означать изысканный, в выражениях тонкий вкус, тонкий намек. Живой начинает означать деятельный, полный энергии, например, в выражениях живой ум, живой интерес. Калькируются даже синтаксические конструкции и предлоги типа в силу чего, ввиду чего. Чрезмерное увлечение французским языком и культурой привело к появлению нового культурного типа – щеголя. Щеголи были рабами французской культуры и французской моды, а свое рождение и даже смерть в России почитали несчастьем. Павел I остроумно замечал, что такие русские в разговорах своих мешают столько слов французских, что кажется, будто говорят французы, а между французских слов употребляют русские. Такую речь пародируют авторы XVIII века так. Это все старинные уже вздоры, не африруй мне, дай такую табакерку, при которой бы проворство моего эспри монтрировать можно было. Я хочу с двойным куверклем, на котором изображалось бы хорошие миниатюрные пинтюры, нечто такое, что могло бы дать случай продюировать приятные бонмо, непринужденные и кивоки. В галантный XVIII век в среде высшего света важнее был даже не язык, а другие системы коммуникации, например, язык вееров или язык мушек, кусочков ткани, которые приклеивали на лицо в виде родинок, а еще в виде звездочек, корабликов и сердечек. Эти тайные языки знала каждая галантная дама и каждый галантный кавалер. Так, зевнуть позади веера означало «пошел вон, надоел», поднести веер к правому плечу «я тебя ненавижу», поманить к себе раскрытым веером значит «ты мне сильно нравишься», спрятать глаза позади веера «я тебя люблю», поднести веер к сердцу «ты мой властелин на всю жизнь». Мушки также имели свое значение. Мушка около глаза означала страсть, в углу рта охоту к поцелуям, на губах кокетство, на носу нахальство, на нижней губе скромность. В то же время наряду с щеголями были в России такие новые русские европейцы, кто не стремился идеализировать Россию и ее культуру, но с помощью европейского опыта пытался решить застарелые российские проблемы. Многим было понятно, принятие полезных свойств чужого языка и чужой культуры в готовом виде парализует русское национально-культурное и языковое творчество. Культурной нормой должно стать не заимствованное, не слепое заимствование, а открытое динамичное развитие, но при этом не отрицание старого. Перед новыми русскими европейцами встает задача создать новый русский язык, который, как и любой европейский язык, должен быть нормирован, снабжен грамматикой и словарем. Но не все пути создания такого языка оказались удачными. Так, новый русский европеец Василий Кириллович Тредиаковский, который учился в Славяно-Греко-Латинской академии, затем в парижской Сорбонне, сначала предлагал отречься от всего церковнославянского, взять за основу русского литературного языка речь знатного общества. Должна быть изменена и орфография. Основу правописания есть живое употребление. Мы должны писать по звонам, то есть как слышим, так и пишем. Необходимо выкинуть из азбуки лишние буквы, писать «счастливый» без «т», «праздник» без «д», «сладкий» через «т», «нарочно» через «ш». Однако оказалось, что русское дворянство или говорило исключительно по-французски, или выражалось как простолюдины, а многие церковнославянизмы, такие как «Время», «Страна» и другие, стали неотъемлемой частью русского языка. Отказываться от традиционной орфографии тоже никто не спешил. В 1746 году Тредиаковский, понимая все свои просчеты, предлагает ровно противоположный путь – возродить ситуацию двуязычия, когда функции литературного языка выполнял церковнославянский, а русский язык использовать лишь как средство бытового общения. При этом он призывает к отказу от всех заимствований, так как они приводят к порче русского языка. Однако, как мы уже говорили в прошлых выпусках, нормы церковнославянского языка, особенности во второй половине XVIII века, уже совершенно устарели. Такой язык давно заметно отставал от требований новой культуры. Преодоление крайности Тредиаковского было достигнуто лишь через синтез живых церковнославянских, русских, народных и необходимых европейских элементов в структуре национального языка, что было сделано в триоле трех стилей или штилей Ломоносова, закреплено в его российской грамматике, а позднее в первом словаре Российской академии. В своем программном предисловии о пользе книг церковных в российском языке Ломоносов говорит о положительном воздействии языка духовных книг на русский литературный язык. Церковнославянский – это хранитель национального единства русского языка. Он обеспечивает относительную однородность русского языка на обширных пространствах. Именно поэтому живые и понятные церковнославянские элементы, безусловно, должны быть сохранены в языке. Ломоносов пишет так. «Народ российский по великому пространству обитающий, невзирая на дальние расстояния, говорит повсюду вразумительным друг другу языком в городах и селах. Напротив того, в некоторых других государствах, например, в Германии, баварский крестьянин мало разумеет мекленбургского или бранденбургский швабского, хотя все того же немецкого народа». Интересно, кстати, что хотя объединение Италии произошло только в 1861 году, литературный итальянский используют в качестве единственного средства общения, без параллельного владения диалектом, только два поколения итальянцев с 60-х годов XX века. Всю лексику русского языка Ломоносов разделяет на 4 группы. Первая группа – это церковнославянские слова, которые, хотя и малоупотребительны, но понятны всем грамотным людям. Вторая группа – это слова, которые одинаково употребительны и в славянском, и в русском. Третья группа – это русские слова, которых нет в церковных книгах. Четвертая группа, как пишет Ломоносов, это презренные слова, которых ни в каком штиле употребить непристойно, как только в подлых комедиях. Соединением этих 4 групп лексики создаются 3 стиля или штиля, как говорил Ломоносов, литературного языка. Высокий, средний и низкий. Такое трехчастное разделение было придумано еще в античности, а Ломоносов лишь умело приспосабливают эту схему к русскому языку. Высокий стиль создается из слов только первой и второй группы, то есть понятных славянизмов и слов общих славянскому и русскому. В средний стиль входят слова всех групп, но в особенности общеславянские и русские. Низкий стиль состоит из одних только русских слов третьей и четвертой групп. В российской грамматике 1755 года первой нормативной грамматики русского языка Ломоносов распределяет языковые элементы по стилям не только на лексическом, но и на фонетическом и грамматическом уровне. Так, при произношении в высоком стиле он сохраняет «э» вместо «о» после мягкого, надо говорить, по его мнению, версты, слезы, а в низком версты и слезы. В высоком стиле сохраняется старое церковнославянское ударение, по Ломоносову надо говорить «подруга», «сумрак», «утешитель». А в низком стиле он сохраняет ударение, которое теперь представлено в современном языке. В своей грамматике Ломоносов выделяет 8 частей речи, вводит термин «предложный падеж», определяет основные принципы русского правописания, на которых и сейчас строится наша орфография. С одной стороны, она, орфография, по мысли Ломоносова, не должна отделяться от чистого выговора, то есть от произношения. С другой стороны, правописание должно служить к объединению, а не разъединению всех говорящих по-русски. Поэтому важное место занимают традиционные написания типа «вода», «страна», которые мы пишем так уже более 1000 лет с эпохи Кирилла и Мефодия. Описанные Ломоносовым стили были жестко соотнесены с жанрами в соответствии с принципами поэтики и классицизма. Высокий стиль для героических поэм, от и проповедей, средний для написания пьес, стихотворных дружеских писем, сатир, элегий, низкий для комедий, эпиграмм, дружеских писем в прозе, описаний обыкновенных дел. Это разделение продержалось в русской литературе почти 100 лет. Еще Крылов смело вводит в свои басни просторечия, и это было разрешено теорией трех штилей. От радости в забу дыхание сперло, и на приветливые Лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал, с ним была плутовка такова, писал Крылов. Однако в фонетическом отношении Крылов часто следует нормам высокого стиля. Когда в товарищах согласия нет, на латых дело не пойдет. Даже сам Пушкин, встретившись в Михайловской ссылке со своим лицейским другом Пущиным, пишет ему свое знаменитое «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил». Пушкин сохраняет высокую церковнославянскую норму «уединенный, занесенный», поскольку пишет в терминологии Ломоносова стихотворное дружеское письмо, текст среднего, а не низкого стиля. В 1789 году во Франции разразилась Великая революция, а в России случилось знаменательное культурное событие. Вышел первый том академического словаря. Он создавался более 5 лет под руководством президента Академии наук, а в галантный век это была, несомненно, женщина Екатерина Романовна Дашкова. Подбором слов иллюстративного материала занимались выдающиеся писатели того времени Херасков, Фанвизин, Державин, Богданович. Вдохновителем же всей работы была, конечно же, женщина, великая женщина, императрица Екатерина II. В результате появился первый академический, то есть нормативный, словарь, собственно, русского языка, который включал в себя все лексико-фразеологическое богатство языка на тот период, 18 века, 43 257 слов. Словарь дал через систему словарных помет стилистическую классификацию языка по теории Ломоносова, представил не только церковнославянскую, но и нейтральную и народную речь. Поистине новаторским решением было расположить слова не в азбучном порядке, а гнездовым способом, когда производные слова помещаются в одной словарной статье с производящим словом. Например, под словом «доба» — время, пора, случай, возраст, век — приводятся такие производные: надобность, снадобье, подобает, подобный, бесподобный, преподобный, уподоблю, сдоба, сдобный, удобный. Это приводит к более полному и цельному описанию значений всех слов одного гнезда. Позднее этот принцип с успехом использует в своем словаре Владимир Иванович Даль. Пушкин, хотя и иронизировал над тем, что словарь Академии Российской уже спустя 20 лет несколько потерял свою актуальность. Но панталоны, фрак, жилет – всех этих слов на русском нет. А вижу я, винюсь перед вами иноплеменными словами, хоть и заглядывал я в старь, в академический словарь. Однако в примечании к этим строкам Пушкин отмечает: «Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются со словарем Российской академии. Он останется вечным памятником попечительской воли Екатерины и просвещенного труда наследников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного». На этом я с вами прощаюсь, а в следующем выпуске «Матрицы русского языка» мы вспомним слова Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все». Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами. Какую же роль сыграл Пушкин в становлении русского литературного языка? Узнаем, когда снова встретимся с вами в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ и на телеканале «Русский мир».